Всем привет, ребят. Короче, сижу я такой, думаю, сейчас, блин, качну я героев, там некоторых у меня есть плюшки, прокачаю под атаку фортов, чтобы там потрешивать все дела. Зашел, качнул кого я там, огника на 13-й, то есть подкачал его немножко, качнул следующего, ну, как обычно, хочу взять ворожея. Закажу ворожея. Где там мои ворожея? А, вот он здесь. Я его немножко прорыв подкачал. Начал качать прорывы. Вот мой ворожей. СО качнул на 9-ку. И захожу сюда и жмакаю, жмакаю, жмакаю. И тут хренась. И у меня оказывается 43 тысячи. И я такой, что? Что за фигня? А, тут 52. Тут некоторые уже вот 13-е. Это под архидемона подкачанные. То есть 13-е скиллы. Вот Химка 40. Зефирка на максималке сварена. Можно тоже докачать. Я такой смотрю, что за фигня? В общем, идем обратно к ворожаю. Захожу, судьба. Все дела, смотрю. А у меня нету троих героев. И такая лажа и на английском сервере была, но там каким-то образом оно помогло. Но здесь получается, раньше у нас была фишка. Можно было открыть героя, и он у тебя засчитывался, то есть прокачал его, слил, у тебя очки остались. А получается, после обновления то ли убрали эту фишку, то ли оно где-то заглючило. И получается, здесь у меня герои вроде и все есть. А, заходим сюда в деревню Вуду, тоже все есть. А, но дальше качать не могу. То есть вот так вот. Жмакаю, жмакаю, смотрите, тот же самый вариант. Дошел до определенной, и все, не могу. Здесь они показаны, что они есть. Но опять же, я их качать не могу. Короче, такая вот, ребятушки, печаль, беда. Поехали, попробуем сейчас слить какого-то героя. У меня там, по-моему, кто-то был недокачанный. Со скиллом, я надеюсь. Ронин вроде. Да, есть Ронин. Попробуем сейчас в него запулить. Ну, запулим Ронина любого. В принципе, его прокачать это не проблема. А, так. Мне вот просто интересно, почему оно дальше не дает качать? Герои все есть. Давайте циклопа откроем. Жопа какая-то, короче. На всех остальных нормально. А вот есть такие, которые глючат. Так. Хотя раньше все было нормально. Они все на максималке были. Все дела. Но видите. Так, что я сюда полез? Где наш циклоп? Открываем циклопа. Мне интересно, сейчас добавится тут сила. 43 точно так же. И качать дальше не могу. Хорошо. Не вопрос. Качаем, пробуем циклопа подкачать по скиллу. И по левелу. Заодно я освобожу место. Может, прорывы надо качать? Вот это единственное, что меня беспокоит. Это, возможно, из-за прорыва. Думаю, вряд ли. Еще девятку качнул. Вот лошара. Так.
43. Мне вы нравитесь, ребята. Давайте уже так. Давайте зайдем в ворожея, покачаем ему прорыв. Вот мне нравится русский сервер. Книг ни хрена не продают. А ты качай чем хочешь. У меня такое чувство, что это надо, наверное, даже три героя открывать теперь, чтобы перекачать. Все ради интереса зайду. На английский сервер посмотрю, сколько у меня там мечей. Ну, сейчас немножко подкачаем. Сорок три, 146. Это просто капец какой-то. Так, а ну-ка не так, посмотрим. Ворожей максимум 9. 8708. Вот видите, этого дало. Получается дальше. Каким хреном качать, непонятно. То есть у нас ворожей на максималке. То есть все по максимуму. Здесь у нас просто тупо получается не хватает героев. Что за бред? Двадцать семь. Ну этих нам на максималку, сейчас мы его прокачаем. Короче, хрень полная. Хочешь качнуть ворожея, качнуть его не можешь. Я уже, или я уже втыкаю, короче, пишите в комменты, у кого как. Просто тупо хрень. Три героя, 46-е, максимальные. Просто уже нет слов. Каким хреном тут набрать? Вот скажите мне. Он пишет, что этих нет. Сейчас ради интереса просто тупо захожу, сливаю, потому что уже самому интересно, почему оно не хочет. Ну, прокачать, в принципе, это не проблема. Так, кто у нас там? Шаман, королева, змей, окей, поехали. Вот даже медуза у нас есть такая. Сделаю вот так вот. Кто там еще? Рибит. Ищем этого рибита, блядь. Девятка рибит. Докачиваем этих. Ничего себе, я уже думал, там воодушевление. Бастион, отлично. Качаем бастион. Дожились, блин. Придется опять перекачивать гарнизон. Просто тупо не хватает очей. Я в этом тоже сомневаюсь.
Спасибо, IGG. Какие вы добрые. Обязательно воспользуюсь вашими услугами. Итак. О, 43. Вот такие вот, ребята, дела. Короче, приходится, блин, обратно сейчас качать эту хрень гарнизонную. Раньше было все нормально. Все обновы было все нормально. Можно было без проблем качать. Теперь придется ее докачивать. Вот такая вот хрень. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Но никуда от этого не денешься. Придется перекачивать. Всем удачи. Всем пока.